нас привез и На алтайской земле Виктор Томенко не впервые. На этот раз его встречает ветер перемен в политической жизни края. Телефонный разговор с Александром Карлиным состоялся через полтора часа после подписания указа президента об отставке и новом назначении. И через сутки исполняющий обязанности губернатора прибыл в регион. Такого аншлага большой зал правительства края не помнит давно. Публика, руководители городов и районов, депутаты, сенаторы, общественность начала собираться почти за час до встречи с новым исполняющим обязанности главы. Знакомить с новым руководителем прибыл полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. Александр Карлин уступает место Виктору Томенко. Я хочу вам представить Томенко Виктора Петровича. Я не буду рассказывать, он до этого был председателем правительства Красноярского края, показал себя компетентным, управленцем, способным принимать взвешенные и обоснованные решения. Для меня это очень большая честь и большая ответственность. Вижу в своей задаче на этом посту продолжение на основе того фундамента, который был создан, на него опираться и организовать нашу совместную работу так, чтобы край развивался ускоренными темпами. Благодарил президента и жителей за дважды оказанную поддержку на выборах Александр Карлин. На посту главы региона он пробыл почти 13 лет. Я искренне убежден, что Алтайского края замечательное будущее. Он будет все более процветающим регионом. А жители Алтайского края будут получать лучшие качественные условия для жизни, для самореализации, для воспитания подрастающего поколения. Всего вам самого доброго, счастья вам. Спасибо. Первый указ Виктора Томенко – наградить Александра Карлина орденом за заслуги перед Алтайским краем первой степени. Александр Карлин, как отметил Сергей Миняйло, никуда не уходит, а его опыту будет найдено достойное применение. На вопрос, будут ли кадровые перестановки и приведет ли Виктор Томенко кого-то из своей команды, он отвечает так. Никаких революций не предполагается. Будем вместе знакомиться, погружаться в вопросы. Те, кто захочет и будет готов работать дальше, те обязательно найдут возможность свои силы в нашем Алтайском крае использовать. Сегодня Виктор Томенко представил правительству план работы в регионе. Первая встреча состоялась, впереди выборы. Мы глубоко удовлетворены, что человек подготовленный, и мы все сделаем, чтобы в конструктиве работать дальше над теми задачами, которые у нас стоят. Мы ждем в первую очередь конструктивного диалога с оппозицией. Мы надеемся, что такой диалог состоится, и мы выстроим конструктивные отношения. Это ведет к тому, что будет дополнительная польза для жителей Алтайского края. Мы понимаем, что это грамотный, эффективный молодой управленец, тех, кого принято называть технократами. Да. Сегодня он высказал главные мысли, безусловно. Очень отрадно, что он уже сказал «наш край». Да? То есть, безусловно, для нас, жителей Алтайского края, пока впечатления положительные. Впереди знакомство с краем и решение текущих проблем. Посевная, которая из-за погоды во всей Сибири оказалась под угрозой, вторая волна паводка и много поездок в районы. Все только начинается. Евгения Даровская, Татьяна Голубева, Павел Лауронин, Александр Антропов. Наши новости.